Доля выявленного контрафактного топлива на отечественных заправках продолжает снижаться. По данным Росстандарта, в прошлом году она составила примерно 3,9% от общего объема, сообщает Интерфакс. Эти результаты были получены даже с учетом введения моратория на плановые проверки автозаправочных станций. По словам главы ведомства Антона Шалаева, сейчас основой являются статистические данные не по проведенным проверкам, а данные по взаимодействию в регионах с владельцами АЗС, с крупными автотранспортными предприятиями. Напомним, что многие опасались введения моратория на проверки, так как это означало возможное повышение доли контрафактного некачественного топлива. Нет, она не повысилась, наоборот, она снизилась и продолжает снижаться, сказал глава ведомства.